Шевцова Полина, 14 лет, лицей номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение «До свидания, мальчики». Булат Акуджава. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Опустели наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите. Но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы напьете на сплетников девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.